Все попытки Армении сорвать конференцию в Шуше по случаю 30-летия партнерства Азербайджана и Организации Объединенных Наций не увенчались успехом. Флаг ООН развивался вместе с флагом Азербайджана в жемчужине Карабаха. Таким образом, самая крупная в мире международная организация вновь поддержала территориальную целостность Азербайджанской республики. Справедливая позиция ООН вызвала недовольство армянской стороны. Смехотворные заявления Армении показали, что эта страна не собирается отказываться от необоснованных территориальных притязаний. Тот факт, сам факт того, что флаг Организации Объединенных Наций развивается в Шуше, это, во-первых, это очень символично, во-вторых, это исторический день, это исторический жест, который символизирует не только окончательное признание мировым сообществом новых реалий, созданных после 44-дневной войны под руководством президента Ильхама Алиева, но и еще раз подтверждает то, что весь цивилизованный мир, Организация Объединенных Наций и по большому счету все государства мира, кроме Республики Армения, признают территориальную целостность Азербайджана. Международная общественность признает Карабах территорией Азербайджана, а Армении уже стоит с этим смириться. Город Шуша постепенно становится дипломатическим центром региона. Представители различных международных структур не в первый раз проводят там обсуждения на высоком уровне. Также в культурной столице Азербайджана полным ходом продолжаются реставрационные работы. Руководители институтов ООН в Шуше подтвердили, что организация окажет содействие Азербайджану в вопросах восстановления и разрушения освобожденных территорий. Шуша – главный символ Карабахского региона Азербайджана. Мы освободили этот город от армянской оккупации и вправе проводить на своей земле любые мероприятия. Международные организации нас полностью поддерживают, так как мы действуем по закону. Мероприятие ООН в Карабахе говорит о доверии, которое заслужил Азербайджан на этой влиятельной платформе. Армянским сепаратистам уже стоит усвоить урок. Шуша была и будет территорией Азербайджана. Отметим, что на встрече в Шуше официальные лица Азербайджана и представители ООН обсудили новые приоритеты и возможности страны в постпандемических и постконфликтных реалиях. В центре внимания также были вопросы обеспечения безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, использование потенциала зеленой энергии в Карабахе, очистка территории от мин, устранение последствий экоцида. В рамках мероприятия презентована почтовая марка, посвященная 30-летию партнерства Азербайджана и ООН. Делегаты ООН также ознакомились с последствиями армянской оккупации в городе Физули и восстановительными работами, которые там проводятся. Примечательно, что на освобожденной территории представители Организации Объединенных Наций прибыли на самолете под символическим названием Ханкянди. Шамистан Мамедов, Джавид Гадиров, CBC.